Данная реальность – это территория спящести. Территория спящести не скажет: слушай, я спящий, я тебя дурю. Никогда. И информационное пространство, которое и есть альма-матер территории спящести, мне тоже не скажет: я вас дурю. Поэтому, если вы хотите быть одураченными, продолжайте. Я понимаю, что, возможно, звучит это революционно. Имеющий уши, да услышит. Ответ всегда внутри, он не является снаружи. Поэтому есть подсказка. Истина ближе, чем дыхание. Где ваше дыхание? Положите туда руку, почувствуйте, где вы дышите. И истина еще ближе. Потом спросите, а где вы ее ищете? Дальше своего дыхания или нет? И вы получите ответ.